Две вещи сейчас полностью определяют то, что происходит в современном мире. Очень простые вещи. Одну приписывают высказывание известнейшее Марксу. На самом деле это Данинг, английский публицист, известный деятель. 150 лет назад еще сказал, что за 10% бизнес готов работать, за 20% там, лучше работать, за 50% уже готов там всякие нарушения делать, за 100% прибыли бизнес готов идти на самые крайние криминалы, преступления, а за 300% вообще на все. То есть там, где 300% прибыли, бизнес, дельцы готовы просто идти на абсолютно любые преступления, потому что 300% это 300%. И второе, это нужны дураки, конечно. Вот удивляются все, вроде Европа, там США, Россия, совершенно разные страны. Но вот необъяснимо для людей, которые живут в этих странах, зачем завозят диких, необученных, необразованных, агрессивных людей миллионами. Зачем? Потому что нужны тупые. Для крупного бизнеса нужны потребители, ими легко манипулировать, управлять. Они все проедают и дают, в том числе эти 300%, верят во всякую чушь. То есть вот все очень просто. Нужны тупые и нужны сверхприбыли. И на этом все держится. Поэтому обман, безумие, разные всякие идиотские вещи, все элементарно.